Здравствуйте. Мы ведем репортаж с улиц Ростова. С улицы Сезам. С улицы Сезам. Это Зелебова. Это Феник. Феник. Это Ёжик. А нет, я Влас. Влас. У меня фамилия просто Влас, и меня всегда называют Влас. Глаз. Влас. Власа. Вот, меня, да. А это порошок, который тает миф Эксид. Миф Эксид 2. Абсолют. Абсолют порошок. Сейчас он окажется внутри этой бумажки, а потом у меня в мозгу. И я превращусь в ни в чего. Итак, поехали. Здравствуйте. Сезам.